сформировали свои программы и другие партии, как парламентские, так и те, кто только борется за попадание в этот список. Наша съемочная группа встретилась с некоторыми участниками предвыборной гонки. Вот краткий тезис о их программ. Основные тезисы Коммунистической партии Российской Федерации следующие. Природные ресурсы народу. Фабрики рабочим, земля крестьянам, а власть народу. Народ станет хозяином, обеспечит экономическое, социальное развитие нашей страны. Как руководитель общественной организации «Общее дело», правозащитное, хочу сказать, что к нам люди обращаются, когда попадают в беду. И партия «Яблоко» хочет создать и может создать условия, когда людей перестанут обманывать. Первое. Второе. Как председатель ТСЖ, я хочу сказать, что можно оптимизировать расходы по содержанию жилья. Просто этим государственные органы и чиновники, и в частности депутаты, не хотят заниматься. Я лично писал, предлагал. Были конкретные предложения. Наша основная программа в Чувашии – это новые рабочие места. Очень много наших соотечественников уезжает из Чувашии, из Чебоксар, особенно молодых. Люди не находят себе применения в родном регионе. А после этого мы видим нашу экономику на последних местах. Так нельзя, это необходимо остановить. И самое важное для нас в Чувашии – это развитие промышленности, обеспечение финансовой независимости региона и создание новых рабочих мест.